на 10 метров. А что бы понять, вас вот Петр кто сделал еще дальше? Дают, блядь, вообще. Вообще, блядь. Не слушай его еще. Ходи, как будто его нет. Уйди на эту сторону. Вот такое ощущение, знаешь, что понимаете, ему надо находиться в следующем месте. First blood. Забили что? Угу. Заснял гол? Да. Ну все. Два даже, два. Команда красивая.
Серега стоит с бьющим вторым, с правильным, а он взял и убежал из штрафной от игрока, и он ему еще напихал за что-то. Назад возвращай! Мой! Там! Так, это без формы что-то? Что, молодец, пожёстче! Спокойно, кроем! Позиции! Ван, Фьюр! Совет. Дима, спокойно. Ван, держи, все. Забегай сюда. Я ее хотел уволить, блядь, она с беременной. Не уволить ничего, блядь. Там толковый. А где же Петя? Я тебе говорю, дайте мне троечник нормальный. Семидрошник, есть такие. Потом. Нету, говорю, никого. Принимает там вместе с ногами вылетает. Взяли сейчас 4. Давай! Блять, а чего давать? Помочь!
смотрим в этих килбу. Возьми в руки, зачем? Считают, что это нормально. Девчонки, представляешь, после института она ничего не знает, ничего не умеет. Видишь, одна попорыла, я не знал, что она такая тупая. Технический директор наш ее прикрыл, сказал. Сказал, что она толковая, что она ее там сделала, там полезно. Потом, когда я посмотрел, что она там сделала... Не надо убегать, не покорил. Не убегай, встать на сцену, встречать. Я тебе вот, если я попал после школы, может, я нахуй не учился. Так, наверное, в институте номер пооткрывал тоже. Знаешь, кто захочет, будет делать. Вот и все! Говори вам, кто сразу лучше. Со стороны видно. Там еще у их родственников и друзей все тоже ништяк. У нас здесь есть один клиент. В ног сыграл ее. Короче, там через скачание. Нам прям в открытую сказали, если там проблемы, на то нажалуемся. Все по понятию. Да, я сзади, Андрюх, Андрюх! Андрюх, ты куда рванул? А если что не так, понимаешь, у нас слитку можно ее. У нас так все рецептуры недавно слили, запаскать. Сейчас, блядь, у нас наоборот позволяет всех забоёбы, блядь.
Хорошо! Хорошо! Выбей, выбей! Давай, подави его там! Я теперь уже знаю, здесь одно место, на одно место надо прятать минимум 4-5 человека. Давайте, два месяца сейчас отрабатываем, и останется только один. Не покаяться никто, не оставим мне одного. Уходи, уходи, уходи! Серега, ты не остался, да? Бей! Нормально! Кости больше, а вот меня меньше. Андрей! Сам, Леша! Не спеши, не спеши, встанешь! Спокойно! Дима, твой! Все, Дима, твой! Выбей! Молодец! Отлично! Ну! Где далеки, где? Ой, хорошо, молодцы, я там, там. Кому? Все. Вот, Саня, молодец. Молодец, Саня лучше. Воскресенье. Давайте тогда воскресенье. Ребята, посмотри. Ну что, не выходит? Все сразу. Чем больше ты инициатив каких-то полезных предлагаешь, что-нибудь сделаешь полезного, да? Компания лишняя прибыль принесет, но за время, пока будешь налаживать, но какие-то будут проблемы. Тебе заебут на стоит, что ты в следующий раз подумаешь. Согласен, да, на то, что такие. Больше связано. Смотри, я сюда посмотрю. Вот это хорошо, Серега. А не как мы сегодня разыграли, смотри. Я стою лицом к тебе, как упасть по крайней мере. Взял на себя игру, там был не забил. Опять же. А забил пасы. Вот такое, опять выиграл. Опять вы начинаете орать. Да не надо орать на ошибку. Давай!
Вдвоем идем! Давай, Юля! Стучи, Андрей! Вот, сейчас никто не знает, что мы не сидим. Слушай, так не надо это делать. Закажешь ваши курать, начнем. Ребят, 2,5 минуты. Возвращаться закажешь мне. Юля! Стой! Назад! Начинай ты наворачивать. Серега, ты как откровенно, блин. Он на тебя орет, нафиг, а сам бросил игрока и напихивает тебе. Очень нравится. С чего я на него начал там? Я тебе садись, ставил меня себе. Ты стоял в правильном месте, а он побежал тебя третьим. Давай, Дима! Давай! Вообще скинул ссылочку опять в начале сезона. Штрафовать, на видео снимать. Сегодня 10. Фризоны, за зашкирку закинули. Серега, туда давай, туда давай. Ну там понятно. Нет, когда начинаешь, чем вес, когда сразу есть туда. Ты шаг сделаешь, все, ну касаешься, и тебя накрывает. Надо убирать тогда. Что делать? Не можешь? Дима, Лени, выкидывайся! Каким-то там ведущим специалистом, да, по этим сетям. Хорошо, здорово. Я думаю, неплохо. Вон, Тебя снимают! Только спину. А кто меня снял? А деньги заплатят? А что? Карты своего разбирайте, ребят. По полю разберите. Ой, хорошо! Да,
возьми игрока в живот, дай его. Давай, 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 Лёх. Разгоняй! Лёх! Всё, всё, разгоняй, разгоняй! Втроём, втроём нажми! Втроём идёте! Молодцы, красавцы! Далеко не уходите, ребят! Молодец, Саня! Большой класс! Конечно! Не давайте играть! Вот и вся игра! Давай дальше! Открывайте! Чё стоит? Хорошо, Лёх, молодец! Нормально, нормально! Моя атака, Ваня! Время просто. Все позволяет. Спокойно, Андрей, 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 Андр
Спокойно, Юрий. Шестой номер, Андрей, с тобой. Юрий, как устанет мясо. Блин, чё? На опасной игре с головой сам. Твоё! Удалите Теплова с поля. Ярик, зачем? Иди, иди, иди! Андрей, спокойно! Все, не выкидывайся! Это вообще игра! Это жесть какая-то! Дима, давай! Четвертый! Так, ребят, Дима, давай! Давай забей, хоть один пойдет! Ну откройте, смотри, что вы все стоите? Давай, вот, давай, Димо! Вот это Дима! Дай Диме! Чё ты его толкает? А, это Дима, нормально все. Андрей, молодец! Всё! Давай, Дима! Давай.
Играйте, Лёша! Давай! Игрок один! Один игрок! Все, двое на мяче! Андрей, спокойненько не кидывайся.
Игрокам! Игрокам! Трое! Назад! Мужики, поднимитесь вверх сначала по таблице, потом кричите. Поднимемся, что-то волнуюсь. Поднимайтесь, поднимайтесь. Поднимемся, не волнуйся. Ладно, все, надо. Хорош, Леш! Есть, есть, есть! О! Давай, давай, Рочек! Давайте на ячейку, да мы согласны. Там-то сама больше. Ты чё, блядь?